Всем привет, дорогие мои любимые зрители. Еще недавно я показывала вам вот такой вот Петербург, да. Заснеженный, холодный. Рассказывала о том, какая у нас лютая зима. Минус 27, минус 28 градусов было даже днем. В новогодние, можно сказать, праздники, каникулы. Ну, а сейчас картина очень изменилась. Я вам показываю, можно сказать, архивные кадры. Ну, как архивные, им там 2 недели всего. Ну, просто мне хотелось погрузить вас в зимний Петербург. Сегодня ролик будет скорее просто зарисовки такие. Вы посмотрите, как выглядят россияне, как выглядит Петербург сейчас. Вот запомните его снежным, потому что в сегодняшнем ролике он будет не снежным. Вы спросите, будут ли модницы? Да, модницы, конечно, будут, они попадаются, но, конечно, их очень мало. Так что, пожалуйста, не сравнивайте со стрит-стайлом европейских стран, где все ходят нараспашку, где совершенно нету снега, не меняется погода. Нет такой холодной, лютой влажности. Все-таки, я считаю, наши женщины очень стараются. Я приехала, смотрите, в пайетках, куртка. Приехала в район галереи и решила поснимать. Всем привет, дорогие мои любимые зрители. У нас плюсовая температура в центре. Конечно же, все выглядит вот таким образом. Посыпали солью, все растаяло. Ну, а на окраинах там снежная каша, рыхлые мокрые сугробы. Ну, в общем, как-то так. Не знаю, какой стрит-стайл можно вам поснимать. Как видите, погода не располагает к тому, чтобы принарядиться. Ну, давайте зайдем в галерею, посмотрим, может, каких-то модниц там и поймаем. Возвращаюсь к озвучке из дома. Да, это просто зарисовки. Это не какой-то модный фэшн-показ прохожих. Кто-то, конечно, любит принарядиться, несмотря ни на какую погоду. Но в основном, конечно, люди одеты просто. И, если честно, в галерее у меня не было желания высматривать. Вот сняла девушек двух, которые мне попались. Очень симпатичные у них аутфиты. И все-таки я решила выйти на улицу, поснимать вечерний город. Да, именно вечереет. Смотрите, какие серебряные брюки. И красивого пыльно-голубого цвета шубка. Встретились две девушки, обе в голубом. Очень красивые, кстати, у них у обеих. Мне понравились наряды. Явно все продумано. Молодцы девчонки, красотки. Многие просили меня в прошлом видео вообще не комментировать, пустить все под музыку. Я не знаю, на всех просто невозможно угодить. Кому-то нравится, когда я комментирую, кто-то любит смотреть под музыку. Ну, что я могу сказать? Под музыку просто отключайте звук и смотрите, включайте свою любимую музыку. Но мне все-таки кажется, что вот такие мои ролики, они не совсем про стрит-стайл, они просто про разговор, про душевную беседу. Как будто мы вместе с вами прогуливаемся по Санкт-Петербургу. Если в прошлых роликах это была такая лютая русская зима, то сейчас такая питерская погода, которая гуляет вокруг нуля, то есть минус 2, минус 3, потом плюс 2, плюс 3. Поэтому все одеты очень по-разному. Кто-то закутался, кто-то ходит, как говорила моя бабушка, расхристанный, то есть все нараспашку, кому-то очень жарко. Наверное, стаканчик кофе согревает. Я
обожаю серебряные пуховички и считаю, что вот этот образ очень интересный, очень достойный, как зимний. Наверное, это какой-то очень крутой пуховик, но мне так кажется. Молодежь с цветными волосами. В Питере эта мода держится уже, я не знаю, сколько лет. Но всегда найдется кто-то, кто впервые это попробует. Если вы спросите меня, как я отношусь к цветным волосам, ну, я спокойно отношусь, но мне нравятся, конечно, более естественные. Сама я, кстати, вернулась к своему натуральному. Что-то надоело быть блондинкой, хотя, учитывая то, что у меня много седых волос, приходится, так сказать, уже чаще красить корни. Блогеры, они нынче везде. И юные, и не очень. Какое красивое пальто цвета фуксии. Это шубка. Шубка. Коротковорстная такая. Красивый очень цвет. Кожаные брюки – это must-have в Петербурге, потому что, когда на улицах вот так вот сыро, слякотно, кругом одни лужи, на окраинах мокрый, грязный снег такой жидкий, все портится. А кожаные брюки вот эти протер тряпочкой из эко-кожи, как теперь принято говорить, и все нормально. Вот посмотрите, типичная питерская картина. Хорошо, когда снег, сосульки убраны с крыш домов, но, к сожалению, это бывает не всегда, поэтому жители города и гости, особенно, которые не думают об этом, должны помнить и стараться держаться вообще подальше от крыши. Это касается всего центра. Я живу в новом микрорайоне, в спальном, ну, не то чтобы там в новом, но не в старом центре, не в старом городе. И у нас сосулек, к счастью, нет, потому что уже конструкции домов, крыш продуманы. С этой точки зрения. В центре, конечно, надо быть очень осторожным. Ну вот посмотрите, несмотря на такую погоду, во всем белом, почему бы нет. Вот видите, еще один блогер, китайский, по-моему, снимает. У него хорошая палка такая, на которой закреплен телефон, со стабилизацией. Надо мне тоже такую купить. Как видите, Стокман еще украшен по-новогоднему, хотя с Невского проспекта уже убрали все украшения после старого Нового года. Вот видите, уже нет вот этих гирлянд, которые висели с середины декабря до... Красивое пальто или что это? Шубка такая. Которые висели с середины декабря до середины января. Зайдем сегодня, наверное, в магазины, потому что хочется как-то согреться. В магазинах сейчас вовсю идут распродажи. Вот видите, какая юбка в пайетках золотая. Сейчас ее очень выгодно прикупить на скидках. Жизнь города кипит. А вот и куртка в пайетках. Это фаворит. Фаворит моего сегодняшнего стрит-стайла, если его можно так назвать. Прям очень мне понравилась эта куртка. Молодец, девушка, знаете, я восхищаюсь теми, кто решается сделать такую покупку, увидев в магазине вот такую, например, куртку в пайетках. А почему бы нет? Кстати, тоже очень удобно. Протер тряпочкой, и мало ли что там капнуло, забрызгало. С пальто не особо разберешься таким образом. А куртка в пайетках, я думаю, тряпочкой протер, и все. Леопардовые шубки. Ну, в общем, вот так вот сейчас выглядит город. Представляете, еще совсем недавно была такая лютая зима. Хотя сейчас у нас что, конец января, начало февраля, скоро вот-вот.
А февраль, кстати, такой достаточно холодный, лютый, снежный. Самый снежный обычно бывает месяц в Петербурге. Лучше зайдем в кафе, погреться. Ну, что я хочу сказать. Я после новогодних праздников, ну, где-то после 15-го, когда мы съели все новогодние вот эти вот припасы, запасы, которых вечно накупается целая куча, прохожу мимо, вот, решила снять, показать, что есть, но сама перестала такое покупать, есть, в общем, типа взялась за себя. Хотя вот здесь вот есть такие бутерброды в Буше с тунцом. Они, конечно, невероятно вкусные. Так, вот, кто хотел натуральные шубы. Кажется, она была натуральная. Хотя, когда снимаешь, очень трудно разобрать. Уги. Помните, я показывала такие в пластиковые оболочки. Они, кстати, не очень удобные. Мне несколько человек, которые купили их, сказали, что не так уж они удобные. Какие-то такие кондовые, не гнущиеся, неудобные. Хотя люди носили уги другие, ну, нормальные, обычные. А сейчас купили вот эти в пластике и недовольны удобством. Но все равно носят, потому что вот в такую сырую погоду как раз, в общем-то, то, что надо. Ну что ж, дорогие друзья, вот такие получились у меня видеозарисовки из Петербурга. Конец января, начало февраля. Такая у нас погода. Меня, кстати, многие спрашивают, какую одежду выбрать для поездки в Петербург. Ну вот, смотрите, делайте выводы. Увидимся совсем скоро в следующем ролике. Пока!